бананово лимонном Сингапуре. Ой, когда поет и плачет океан. Берешь пьесу, читаешь внимательно несколько раз и находишь свою тему. А как только находишь свою тему, а в любой пьесе есть тема, которая тебе близка, в большей или меньшей степени, тут начинается процесс увлекайся, тянет за собой, и получаешь колоссальное удовольствие. Очень быстро пришло решение, и вот такая среда, когда человек, ну, видите, как бы, да, темно, но жесткие лучи идут где-то с боков, то есть такой прыгающий, играющий свет у нас будет по окнам. Вот. А в финале все же время сложное. Не хочу заканчивать на непонятной цитате, то есть которую можно и так понять. Вот. Хочу однозначно, чтобы фраза «я верую», и как бы вот эта вера, у человека есть надежда всегда. Есть философское, сложное. Там в каждом намешано достаточно и доброты. И, ну, я не беру Серебрякова в данной ситуации, но ему простительно, он человек, так сказать, в возрасте. Я, все старики любят поворчать, поэтому... Тут, может быть, так и скажешь. Эгоисты отчасти кто-то из персонажей. С другой стороны, вот вроде, так сказать, дядя Ваня, Сонечка, там все, кто дворня, все, кто работают, Телегин, они все вроде трудятся, но не этим кичатся и постоянно про это говорят. Не эгоизм ли это? Кто знает. Может быть, и эгоизм. О себе говоря это. Но с другой стороны, они труженики. И в них и достаточно и мягкости, и доброты, и нежности по отношению друг к другу. Хотя спектакль немножко застроен по-другому, но этот зритель пускай разгадывает эти загадки. Все персонажи, они живут, ну, как бы, какой-то странной жизнью. Вот, ну, как будто не настоящий. Как будто. Хотя настоящие, в общем-то, страсти происходят. Это же Соня правильно говорит, что надо жить. Ну, жить-то надо. Надо верить. А в этой пьесе, мне кажется, нет вот такой, как бы, настоящей жизни. Они так устали. Все устали. И мне кажется, и спектакль от Максима Юрьевича поставил о том, что ведь так просто. Я люблю тебя, ты любишь меня. Да? Нет. Вот почему-то в жизни все перекручивается. Пьеса-то, она не такая уж прям вот заумная, сложная. Мой персонаж говорит, нянька Марина, говорит, все мы у Бога приживалы. Ну, правда. И все трудимся. Вот и все. Очень просто. Странно. Я покушался на убийство, меня не арестовывают. Не отдают под суд. Значит, сюда и сумасшедшие. Они сумасшедшие те, которые приключены профессором, учебным бумагой. Прячут свою тупость, свою бездарность, свою убиющую бессердечие. Я сумасшедший. Они сумасшедшие те, которые выходят из стариков, а потом обманывают их у всех на глазах. Они все отчаянно ищут любви, но никто эту любовь дать не может.
Они все чего-то требуют, требуют чего-то, все хотят, хотят, но сами для этого боятся даже сделать миллиметровый шаг. И это, наверное, главная трагедия не только этой семьи, а вообще вот этого среза, который Чехов так гениально вскрыл. Вот. И всегда, конечно, проще обвинить кого угодно в этом, в ее отсутствии. Товарища, женщины, которые на тебя не смотрят, вместо того, чтобы поискать ответ в самом себе. Надежда есть всегда. Надежда есть в каждом. В Елене, в профессоре, в докторе, в дяде Ване, в Соне. Каким бы ни был бы застроенный финал нашим режиссером, он все равно как бы дает луч надежды. И я думаю, что да. Без надежды вообще жизни нет, мне кажется. Это тоже у нас часть нашего славянского кода. У Макса есть один большой плюс. Он всегда берет... Ему всякое попадалось. Ему приходилось работать в силу того, что он... Режиссер должен уметь все. Он умел и легкий жанр, и этот. Но его внутренний вот этот метроном заточен под высокую классику. Высокую драматургию. И за это ему низкий поклон. Он в этом пытается найти какое-то созвучие для нерва сегодняшнего, всего остального. Делает это со своей определенной удалью, молодецкой такой, как я это называю. Но с ним работать очень комфортно. Я верю! Верю! Мы отдохнем! Мы отдохнем! Мы отдохнем! Бананово с лимоном! Спектакль мне в целом понравился, работа актеров колоссальная проделана. Сама история, она заставляет задуматься о многом. Очень приятный спектакль, радостно, что наш молодой режиссер Копылов поставил по очень известному произведению. И мне кажется, все получилось. Зритель доволен, а в репертуаре появился один прекрасный еще спектакль. Я бы вам сказал, что если Чехов производить свое удовлетворение, ну, воспроизвести так очень сложно. Вот здесь мне понравилось. Они молодцы просто-напросто, действительно. Превосходная игра была актеров. Мы очень довольны остались. Смотришь спектакль и думаешь, какие же мы все несчастные люди. Вот нет счастливых. И те, кто живет за счет других... И те, кто живет сам, страдая, но понимаешь, в конце, когда вот этот самый последний Сонин монолог, что, в принципе, если ты веришь, что ты все делаешь правильно, даже тогда страдая, человек более счастливый, чем тот, кто как бы не страдает. Поэтому Соне спасибо, Петрову вообще благодарность, просто все прекрасно. Я считаю, что Чехов такой необычный, может быть, очень современный автор, где... Трагические вещи он может очень четко изложить с таким сатирическим таким оттенком. Я считаю, что в этом смысле это такая вполне очень современная вещь.